Южноуральские садоводы-пенсионеры могут сэкономить на проезде в электричках. С 1 мая билет можно купить со скидкой в 70%. Оформят дисконт в Общественной палате Челябинской области. Акция затронет только тех дачников, кто уже вышел на пенсию. Скидка будет действовать на проезд в пригородных поездах с 1 мая по 15 октября. Чтобы ее получить, нужно оформить специальную заявку. Сделать это можно в нескольких местах: в Общественной палате, Объединении садоводов России и Союзе садоводов области. Адреса вы видите на экране. Для льготного проезда необходимо также будет предоставить паспорт и пенсионное удостоверение.